Так, приехала посылка с витаминами. Правда, эта посылка еще приехала в прошлом году, где-то в самых-самых последних числах декабря 2021 года. И вот среди заказанного вот приехали вот эти витамины. Это витамины тем, кому за 50, мужские, женские и витамин С. Вот интересно то, что те витамины, которые я заказывал для себя, это вот для родителей витамины, они нормальные. Вот сейчас я покажу, что я понимаю под словом нормальный. Вот я открою. И да, сейчас конец февраля 2022 года. Затянул с съемкой видео, но уж как есть. Это видео отправлю компании, в которой я заказывал. Ну и посмотрим, вернут деньги, так вернут, нет, так нет. Но все равно мне интересно ваше мнение, почему так? Смотрите, видите? Они все слипшиеся. И мало того, вот на вот этих витаминках здесь была вот такая пленка, она была полностью отклеена, висела вот здесь вот на краешке, как будто ее кто-то отодрал и вот просто вот прислонил и все. А здесь вон, ну, то есть, ну, все слипшиеся. Та же картина здесь, также пленка, что тут была плохо наклеена, но здесь она вообще болталась. И то же самое. Эти витамины. Ну-ка, свет сейчас. К сожалению, не видно, но тоже. Мармеладки там и они просто реально слипшиеся, их не выковыришь. Они слиплись так, что. И то же самое. Вон они, мармеладки. То же самое здесь. Видите, что делается? Ну-ка, то же самое здесь попробуем. Вот тут вообще прилипло. Так что вот, витамины пишут хорошие, но, к сожалению, что-то мне с этими витаминами не повезло. И мама с папой их так и не попробовали. Даже и не рискнули их пробовать. Так как страшно. В общем, почему витамины слипшиеся? Я предполагаю, что сюда попала вода. Хотя она сюда попасть не могла, вообще никак не могла попасть.